Традиционное чествование победителя. И сегодня это покемон Умадары Даниил Тарей. Какой длинный ник у тебя, чувак. Победитель получает приз ценой в 600 алмазов. А вот конкурс, который идет в гайде на Барса, все еще продолжается. Там приз 750 алмазов. Что нужно для участия в конкурсе? Подписаться на мой канал, поставить лайк видео, поделиться им в соцсетях и, конечно, оставить комментарий. С победителем я свяжусь лично. Не упусти свой шанс. Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.5.20. Да, Зверько, мы это уже видели у других блогеров. Да? Ну ладно, я пошел. Ох, похоже, мне никогда не надоест над ними прикалываться. А теперь короткий обзор для адекватных зрителей. 5 октября выйдет облик на Грейнджера, агент Z. Будет он в эпической коробке. Девятого октября выйдет скин на Диги, цирковой клоун, ценой в 599 алмазов. Судя по тому, как Диги себя показал в турнире, спрос на скин будет. Спрос на скин будет. Изменения героев. Первой идет Матильда. О ее изменениях я рассказывал в прошлом видео, и судя по просмотрам, ты его не смотрел. Зря-зря. Сходи и посмотри потом. Ив. Разработчики решили, что в прошлый раз пережабали Иви и немного нерфанули ее. Первый навык. Базовый урон уменьшен. Было 250-375, будет 210-375. Увеличили перезарядку. Было 2,5 секунды, будет уменьшаться с 3,5 до 2,5 секунд. Ульта. Убрали эффект оглушения. Сделали замедление на 90% длительностью в полсекунды. Свои впечатления о герое я расскажу в отдельном видео. Реворкнутый клинт. Пассивка. Сократили бэксвинг после заряженной атаки. Второй навык. Добавили эффект попадания по цели. Сокращает перезарядку на 50%. Вот это подгон. Сохранять дистанцию становится гораздо легче. Ульта. Тоже немного сократили анимацию. Реворкнутый лапу-лапу. На него разрабы смотрели-смотрели. Такие, чё-то в ульте много урона. И вот теперь. Первый навык ульте. Уменьшили базовый урон с 500-800 до 350-550. Физический бонус тоже уменьшили. Было 150%, будет 120%. Третий навык ульте. Уменьшили стартовый базовый урон первых двух ударов. Было 350-550, будет 320-500. Также уменьшили физический бонус для этих атак со 150% до 130%. Честно сказать, лапу-лапу действительно неадекватно раздает в ульте. Посмотрим, как будет дальше. Ван-ван. Исправили баг, когда автоатаки не критовали. Халид. Ослабили первый навык. Бонусный процент снизили со 120% до 110%. Перезарядку увеличили. Было 5,5-4 секунды, будет 6,5-4 секунды. Сиселен. Опять же разработчики такие. Чё-то он все где-то в тылу бегает и больно бодрый парень для вампира. Давай-ка обрежем ему ускорение в первом навыке. И обрезали. Теперь первый навык не дает ускорения. Ло И. Апнули урон от притягивания. Магический бонус был 150, будет 180%. Магический бонус размера щита тоже увеличили. Было 120%, будет 150%. Алиса. Как ты мог заметить, после обновления Next сильно ощущается ослабление ульты по урону. И разработчики решили потихоньку это дело исправлять. Увеличили базовый урон. Было 120-180, будет 140-180. Цена в мане на старте тоже уменьшена. Было 60-100, будет 50-100. Чане. Второй навык. Уменьшили базу щита. Было 400-650, будет 300-500. Магический бонус к размеру щита увеличили. Было 120%, будет 150%. Ульта. Базу урон уменьшили. Ранее 60-100, теперь будет 50-80. Магический бонус увеличили с 25% до 30%.
Уменьшая базу и увеличивая бонус от предметов, делают Чане более фармозависимой. Получается, что старт сложнее, поздняя игра чуть легче. Руби. Отрубили атрибуты. Где-то за мной выехала бригада антикаламбур. Базовое здоровье уменьшили с 2659 до 2509. Базовую защиту с 23 до 18. Магическую защиту с 10 до 5. И это еще не все. Есть довольно важные изменения. Изменили скорость передвижения миньонов. Как я это понял, после 9 минуты вместо 8 будет прирост движения миньонов. Каждую минуту плюс 15 к скорости, а было плюс 10. Лимит конечной скорости тоже увеличили, вместо 70 будет 120. Это чтобы бои не затягивались очень сильно и можно было продавить защиту пораньше. А вот на этом почти все, что я хочу сказать. С уведомлениями меня YouTube кидает. Чтобы не пропускать видео, подписывайся на канал и проверяй вкладку подписок. Там будут отображаться все новые видео. Удачных боев, друг! Смерть,